Типа, все, мы записали журнальчик, мы выходим. Мы записали журнальчик, что мы выходим. Ваня смотрит веревку. Вот выход. Ой, бля. А в пробелу там так же или там вообще нити? Ну там по-разному, там три пробелу. Ну вот этот пробел здесь рядом. Там три рядом. Это же рядом, это вход ищет. Где ручей там будет? А где мы с лагерем встали? Потому что вот там есть. Так, Вань, подожди секунду. Не поднимай мне, не перейти. Вань. Ты сказала, подожди, стой. Ага, вот сейчас можешь мотать. Все. Почти выход. Как холодно. Да, я знаю. Вот мы ходили же. Фух. О! Где тут народ? Ух! Лошар, что ли, какой-нибудь? Аня, мы еще увеем их первым. Кто-нибудь сейчас левую часть пойдет? Через да. Полчаса. Левую пойдем. Правую. Правую. Правую, вернее, да. Правую, где сложно, да. Сначала в левую, а потом правую. Через час вправо. Ну вы выйдете? Да, да. Перед тем. Я просто вправо сейчас через минут 10 даже пойду. Чего? Вправую там сложнее. Где блуждать? Не, мы еще. Нам, наверное, вам, минут вам, чтобы никого не было, что ли? Не. Я говорю, вместе пойти. Мне наоборот лучше, чтобы больше народу. Ну там вроде бы как не запутаешь. Вправо запутаешь. Ну, вот. Ну походишь, она там берет. Да, это самое. И в той норке да, вылезешь, да, потом? Да. Правильно, выезд, обед. Вот там еще один выход. Зато там есть красивые своды с текстурой белого камня, вот такими крючочками. Камеру выключай, хорошо, пока. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Посоветуйте, куда нам?